За снежными барханами горы мусора. Так характеризуют жители Ханты-Мансийска ситуацию со сбором отходов этой зимой. Неправильная уборка снега и расположение контейнерных площадок сыграли злую шутку, отчего и образовались мусорные завалы. Машины проехать не могут, поэтому жителям приходится нести мусор к контейнеру, а напрямую к мусоровозу. Кто виноват в спорном вопросе, разбирались мои коллеги. На удивление, снежная и теплая зима, как оказалось, приносит югорчанам значительно больше неприятностей, чем положительных моментов. Из-за снега участились аварии, а снежные заносы порой полностью блокируют проезды. Отсюда еще одна проблема – вывоз мусора. С такой неприятностью столкнулись жители одного из центральных районов Ханты-Мансийска. Они уже не первый год страдают от неудобно расположенной контейнерной площадки. Вот и сейчас доступ к ней заблокирован снегом. Первичная проблема в том, что контейнерная площадка плохо расположена. Вот и все. Ну, сегодня вот снег у нас не убрали, поэтому не смогла машина проехать. Кто виноват? Тот, кто не убрал снег. Окей. Завтра будет снег убран, но какой-то там нерадивый посетитель УКБ бросит свою машину и побежит. Машина мусоровоз не сможет подъехать из-за нее. Послезавтра там прорвет, как у нас уже было, там трубу, перекопают дорогу, и, соответственно, опять мусоровоз не сможет подъехать. То есть проблема не в том, что каждый раз найти виновного вот именно в конкретном срыве, да, а проблема в том, что саму площадку надо переносить. Только тогда, возможно, проблема решится. Как отмечает руководство регионального оператора, зимой подобная проблема стихийна и не носит массовый характер. В основном сбору мусора на придомовых территориях погодные условия не помеха. Спецтехника выезжает строго по графику и в снег, и даже в самый сильный мороз. Трудно оказывать услугу, особенно машины большегрузные, соответственно, часто буксуют, часто попадают в снежные заторы, в связи там, когда почистили снег, образовываются кучи, но, собственно, нету худа без добра, соответственно, организованы профессиональные группы в каждом муниципальном образовании, в социальных сетях, Viber, WhatsApp, и, получив такой сигнал, администрации городов могут оперативнее реагировать и вызывать, собственно, организации подрядные, которые занимаются обслуживанием дорог. Подобные меры действительно позволяют оперативно решать возникшие затруднения. Югра экологии отмечает, горожане реже стали жаловаться на мусорные завалы. За чистоту контейнерных площадок по всей Югре отвечают около 400 специальных автомобилей. Зимой они работают в тандеме со снегоуборщиками. Например, сейчас в Ханты-Мансийске на борьбу со снегом брошены почти 200 дворников и волонтеров, а также почти 100 единиц техники. Михаил Кичигин, Виктор Сивков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.